Всем привет, с вами Музей роботов трансформеров, и сегодня у нас на обзоре модель трансформера Альфа Трион. Он является Prime Master и был выпущен в 2018 году в серии трансформеров Power of the Prime, Сила Праймов. Это, скажем так, основоположник расы трансформеров, один из первых праймов. Вот у него есть руки, ноги, он может сидеть, стоять. Голова у него может вращаться. Давайте его рассмотрим поближе. Складываясь, у него есть уникальный рисунок. Он своего рода как будто выглядит как Headmaster или Titan Master, но является Prime Master. Его претендер броня, у него есть свое название, это Landmine. У него могут подниматься руки и все. Далее она может трансформироваться в оружие. И с этим оружием может взаимодействовать Prime Master. Есть специальный коннектор для стыковки. Что такое? Коннектор есть, а состыковать не могу. Как так? Ну ладно, сильно не буду выжимать. А то вдруг сломается. Будет очень грустно. Вроде бы еще не очень старый трансформер. Или модель трансформера. Но достаточно уже редкая. Она спокойно может взаимодействовать, например, с лидер-классом Optimus Prime из этой серии трансформеров. Как тут? Что тут сегодня у тебя такое? Вот, все. Да, видите, вот оружие. Также Prime Master может выступать в объединении с матрицей лидерства. Достаем камень матрицы, и в раму можно поставить Prime Master, и уже матрица вставляется в грудь Оптимуса Прайма. Трансформируем претендер броню. Она открывается, есть внутреннее пространство, куда может быть присоединен Prime Master. Закрывается, и вот прорезь, там видно голову Prime Master. Вот такой вот интересный трансформер. На этом завершаю обзор. Подписывайтесь к нам на канал, ставьте лайки, приезжайте в музей. Всем до скорых встреч!